осень. Все больше времени хочется проводить дома и лишь грустить о прошедшем лете. Оставим грусть. С нашими полезными советами вы сможете подготовить свой дом к осени так, чтобы почувствовать уют и желание хоть чем-нибудь заниматься. Конечно, с началом дождливой погоды хочется укрыться всеми пледами в доме, но лучше накиньте их на диван, а на кухне добавьте подушки на стулья. Эти меры помогут не замерзнуть. Чем ближе зима, тем короче световой день. Подумайте об этом заранее и обеспечьте дополнительное освещение. Настольная лампа украсит рабочую зону. Ну а если ощущение праздника все-таки хочется, не терпите. Достаньте новогоднюю гирлянду и красивые свечи уже сейчас. Ковер – отличный способ утеплить комнату, пока нет отопления или хорошей погоды. Кстати, помимо этого, он поможет и зонировать пространство в квартире-студии или большой комнате. Сезон полевых цветов, которые можно набрать на даче, увы, заканчивается, а вы уже успели привыкнуть к букетику на кухне, замените их на сухоцветы. При должном уходе они могут простоять почти год. Вода им не нужна, а завять у них не получится. Урожайный период. Самое время насушить мешочек яблок, сварить варенье и закатать джемы и заморозить свежих ягод. Кстати, подумайте заранее, сколько вы сможете съесть за зиму и щедро делитесь излишками с вашими друзьями или родственниками. С осенней хандрой справиться сложно, а вот предупредить можно. Просто не давайте себе скучать. Холодные вечера – это отличный повод дочитать книги, досмотреть любимые сериалы или же научиться чему-то новому.